Проскорее. 24 мая в нашей стране ежегодно и во многих других славянских странах празднуют праздник День славянской письменности и культуры. Истоки этого праздника неразрывно связаны с чествованием святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Это праздник просвещения, родного слова, родной книги, родной литературы и, конечно же, родной культуры. Письменность – это наше главное сокровище, которым овладел человек. Глаголица и кириллица – это первые славянские азбуки, созданные братьями Кириллом и Мефодием. Глаголица – название глаголицы. Происходит от слова «глагол», что означает «речь». Кириллица же названа в честь своего создателя. В Древней Руси глаголица использовалась для передачи церковных текстов, а кириллица использовалась в бытовой жизни. Кириллицы 43 буквы, впоследствии эта азбука стала основой современного русского алфавита. Славянский алфавит просуществовал на Руси неизменным более 7 столетий. Далее в 1708 году по указаниям Петра I азбука была реформирована для создания гражданской печати. Сейчас же алфавит, созданный Кириллом и Мефодием, считается самым удобным и простым. В его основе самое оптимальное количество букв – 33. Славянский алфавит можно считать по праву мировым шедевром языковой культуры. В России праздник славянской письменности уходит своими корнями в далекое прошлое, и праздновался он в основном церковью. Был период, когда из-за исторических и политических событий этот праздник был отменен. Но уже в XIX веке его вновь стали праздновать как государственный праздник. День Кирилла и Мефодия играет огромную роль в культурной жизни страны, а также подогревает интерес подрастающего поколения к изучению языкознания, литературы, истории. Сила деяния братьев Кирилла и Мефодия велика и бессмертна. Светлая и украшена.